Здорово, подписоты. Меня зовут Ира из сериала «Ира на Око». Давайте знакомиться, что ли? А знаете, какой самый действенный способ, чтобы познакомиться поскорее? Точно. Посмотреть, что друг у друга в бауле. Ну что, погнали, друганьки? Посмотрим, что у меня в сумочке. Первый лот. Манты. Ну, это если ночью пробило на харчик. Мой верный друг. Знаете, нет ничего лучше домашнего питомца. В моем случае этот очень неприхотлив. Не падай, Семен. Ну, это, как вы понимаете, мой самый главный антидепрессант по жизни. Я бы сказала, несущая конструкция. На случай, если не ночевал дома, а на работу все-таки надо. О, жирная Зоя, приглашаем вас на премьерный показ. Это если мы с Серегой все-таки помиримся, и я захочу посмотреть его арт-искусство. Так, а что? О, это чистая. Опять же, если очнулся не дома. О, а это грязная. Ну, вы потом поймете, откуда она. Это, как вы понимаете, мое творчество. И тем более мама, она всегда должна быть где-то рядом. Ну, естественно, мой телефон. О, а это что? О, Вадим Джабраилович. Хорошего гинеколога днем с огнем не сыщешь. Наушники, чтобы не помереть со скуки в метро. Ну, это, как вы понимаете, штука нужная. Так сказать, ловлю на живца. Это чтобы пустили на работу. Ну, а это единственный элемент косметики, потому что хоть что-то делает меня посвежее, чем я есть на самом деле. Будем знакомы.